Всем трема доброго времени суток, это канал Лейзи Дмитрий Ленивый. Ну что, Darkest Dungeon за номером 2. Непонятная пока для меня игрушка, честно говоря. Что-то я так и не понял, почему Darkest Dungeon за номером 2? Ничего между ними общего нет, ну кроме героев и типа общего, как... Хотя только героев, по сути, да и те какие-то переделанные, странно, блин. Ладно, в общем, напоминаю, что ссылка на плейлист и группу ВКонтакте в описании под видео. С вас лайки, дизлайки, подписка без отписок, комментарии с меня, контент, извиняюсь за свое сопение. Продолжаем. Давайте еще одна попытка этого самого поградья. Так, сейчас, секундочку. Так, продолжаем. Тут какой-то тьманник. Не, спасибо. Место схват. Давайте вот сюда поехали. Торговля, барахольщик, да, направо, короче. Поехали поболее. Какая-то странная тема с едущей вот этой колесницей, блин. Ну, барахольщик. А почему я не могу его пропустить? Вот мне так интересно, то есть... Ну, барахольщик, и чё? А, то есть я могу что-то продать, да? А что я могу? Вот я могу это продать или нет? Написано валюта. А чё валюта? Чего валюта? Ликвии, ликвии, местные находки. Чё это все значит? Черт его знает. После каждой остановки снимается. А я не знаю, что здесь надо, что не надо, блин. Ну плюс. Так, шанс приготовить виски. Чего за виски? Черт его знает. На 4 число предметов станчерства убить в одну ячейку. Это, кстати, полезно. Это надо будет поставить. Так, для дороги. Приезде в регион плюс один. Кстати, тоже полезная штука. Регион по граде. Подожди, я что сейчас сделал? Фу, блядь, я опять выкинул. Да чтоб тебя, блин! А как тебя продать-то? Эй! Чего? А чё? Алло? Подожди. Я не могу, что ли, продать? Подождите, а чё? Я не могу продать. Или могу? А, вот, вот это... Ни хера не понимаю. Ну, поехали дальше. Я вообще не понимаю. Чего он от меня хочет? Продать не могу, купить ничего не могу. Вам продать не могу, вот это самое странное. Ладно, поехали. Че? Не, место схватки нафиг. Ну, поехали. Че? Ну, поехали, отпусти меня. Че ты? Че тебе надо? Че привязался? О, цель героя. Как это? А, посетить барахольщик. А, ну поехали. The road ahead is washed out and strewn with rocks. Mind the wheels. Это что за херня? То есть препятствия, которые вообще нельзя преодолеть, да? Ну класс. Бред какой-то с этим дилижансом, я его реально не понимаю. Давайте святилище раздуем. Давайте вот этого товарища свободно так себе представлял. Да, поехали. На дне. Так, у барахольщика есть поживец, некоторые можно найти только у него. Да иди ты в жопу, блин. Некоторые. Измученный погоней, он укрылся в зловонных каналах города. Бегая, взяли свое, и вскоре он осознал, что сам стал вредителем. Из тех, что сновали рядом с ним и составляли его скудный рацион,
Свобода, которую он так наивно представлял, оказалась бездной, из которой нельзя было завернуться. Но, в общем-то, да, свободным быть тяжело. Это точно. Принятие — это путь, плюс одна закалка. Вскрытие вены, ближний бой. Ну, я не это хоть... Хотя... Ну ладно, пусть будет. Так, сударь, можно вас на минутку? Так, у вас здесь есть стрельба, да? Ага, это к... Так, погодь-ка. Урон 4-8, урон 3-5, крит 5, крит 15. Да, но это кровотечение. Так, давайте-ка вот это возьмем. На выстрел в упор надо. Метку оставим. Пусть пока будет. Ладно, поехали. Что-то. Яркий свет. Поехали. В очередную жопу. Ух ты. Шесть. Семь, да? Четыре, семь. Давайте вот... А, 30, 40. Давайте попробуем. Рвануло, хорошо. О, хорошо, все хорошо. Песня тьмы. Что он сделал? Так, 4. Ну ему хана, ладно, забудь. Еще семерочку, неплохо так врезал. 4. Ой, ты прав, парень. Ай, красавчики. Ты еще вперед переместился. Молодец. Ну ты просто красавец, мать. Так, это что? А что, почему? Почему не могу? На всякий случай. А, это ее саму восполнить. Почему? А, он же инвиз. Точно, точно, точно. Ну, тогда вот так вот. А раньше, помнится, трупы всегда были подвержены всей этой фигне. In this world, wealth is worthless without purpose. Ну, поехали, чё. Полевой лазарет. Мадам, а я вас откуда-то помню. Да-да-да, вы у меня помните, в городе работали. А чё? Чё надо? Терапия. Похвальство. Получает, когда попадает по цели, 10. А это хорошо. Нет, подождите. В репертуаре страсть к пению. И что, я в этом плохого? Истощение, если ОЗ. Ага. Так, а у тебя? Нет, у тебя что? 33 шанса, что еда не принесет пользу. Нет, давайте-ка мы... Even the worst habits can be overcome. Ну и вот это тоже давайте тоже уберем. Пожалуй. Может, песни заодно? Угу. Каждая победа реально львымышленно пересказывается все снова и снова. Получает, когда попадает по цели. Я ничего не понимаю.
минус 5% шанс улучшить от нашей. А, плюс 5. А, вот ты, блин, я не то тогда сделал. А я неправильно прочитал. Ох, ё-моё. Откатить нельзя, да? Ты чёрт, ну ладно. Аптека. Оптика. О, ха! Этот набор хирурга, помните, в первой части был... Как его? Артефактом. Ладно, пошли. Я неправильно прочитал. О, что за цель? Цель героя. Лазарет. Ну, как хорошо. Ну, поехали. Стоп, стоп, стоп. Что-что-что-то. Подожди ты. Дай посмотреть на карту. Да, полная жопа. Тут одна свеча, да? Тут омерзение. Ай. Пошли на склад, черт с ним, поехали. Что так плохо, что так нехорошо. The flame sputters. You must give hope to get it. Что это вас ждет провал? Ничего вас не ждет провал. Отпразднуем наши победы. What you can, and be off once more. Поехали. Полевой лазарет. Может сцепить недугов, избавиться от отрицательных черт, закрепить положительные черты. Закрепить можно только одну черту на героя. Одну. Да идите вы. Святилище раздумий. А, да, святилище раздумий. А, точно. А давайте тогда сюда. Дорога, танкодром какой-то. Ну, не знаю, вот эта поездка, она очень странная. Что, давайте разбойник тогда дооткроем. Ну, давайте. Потому что мы так по нему четко идем. Последнее дело. Ну. Он был болен и голоден. Отчаявшись, он продался беспринципному преступнику. Связав себя обещанием золота по рукам и ногам, он набил брюхо, зашил рукава и приготовился к последнему делу. Все? Разбой на дороге. Требуется цель с хорошей... Требуется цель с хорошей меткой. Меткой, меткостью, что? А, снимает две хорошие метки. Ага. Две хорошие метки. Интересно. Менять-то нечего. Ладно, пофигу. Поехали. Неплохое чувство юмора. Ну ладно, ок. Че это мы сбились с курса? Неправда. С какого курса тут одна дорога, блин? А чё, сдурели?
Преимущество в бою. Иногда враги могут получить преимущество в бою. Если это произошло, увидите соответствующий значок в левом верхнем углу экрана. Видите курсором на него и прочитайте, в чем заключается преимущество. Если пламя слабает, враги с большей вероятностью получают преимущество в бою. Ага. А че? А, вот он. А, все, понял. А пушка это... То есть он? Ага, понятно. Ну да, да. Чё? Ну чё, ну, ремонт. Чё? А, все понятно. Хода. Пока. Early results are encouraging. Ава. А чё у тебя... Ох, ни хрен. Подожди, это босс, что ли? Я не пойму. А что это? Это герой боится, что его оставят. В смысле? Пардон, с какого? Вдруг. Хочу убрать этот труп с дороги. Почему-то мы тебя должны оставить, друг. Здрасте, приехали. Оглушение, ослабление. Нет, стоп. Это он это она промахнулась? Нифига себе. Вот это промах, блин. Ты чё? Нормально, конечно, бац, и босс ни с того, ни с сего. Чё? А, ничего. Да хватит, чё с тобой, почему? Почему тебя оставят? Откуда эта навязчивая мысль? Бред какой-то. Вот. Это ремонтник, а? Опа! А вот это обидно. Давайте лечить тогда что. Да кто тебя не оставил? Почему? Откуда это вдруг вылезло? Я не понимаю, что за бред? А чё? Чё мне перезаряжать? А это чё не работает? Это обидно. Может, добьет?
Добил. The unrelenting application of violence yields morbid gains. Бредовая ситуация, честно говоря. Очень бред. Я не знаю, это дилижанс, это я не понимаю. От слова совсем. Я просто не понимаю этот дилижанс. Это чушь какая-то. Это передвижная хрень, блин. Сейчас очень неудобным, честно говоря. Блин, вот этот вид сзади. Take up these goods and imbue them with purpose. Великая цель, тайник академика. Спасибо, наверное. Че он там нам накидал? Так, лекарство. Накладывает, когда попадает по цели. Есть ли в экипировку добавлен предмет класса воспламенения? Это предмет класса воспламенения? Что значит если? Где этот предмет? Я не понимаю, что за бред, а? Главное, накладывает, когда попадает по цели. Есть ли в экипировку добавлен предмет класса воспламенения? Если в экипировку добавлен предмет класса воспламенения? Плюс 30... Что это значит, блять? В смысле? Где? Что? Ну блин, ну где эта инфа, а? Почему просто не написано? В смысле, к этому предмету надо что-то добавить? Или он сам добавляет это воспламенение? Блин, я не понимаю, серьезно. Я просто не понимаю, как это работает. Ну давайте поставим, черт с ним. Бред какой-то. Да куда ты? А это что дает? Пусть это будет. Ну поехали. The loathing festers. Что за разлом забвения? Если проект про злому забвения, омерзение усилится на одну очку. А это что за херня? Опять вы? Agony by accumulation. 20, 28. Охренеть персонажа, конечно. Сколько у тебя? Чё? Стресс. Нет, сопротивляется. Крит 5. Ребята, крит 5. То уму непостижимо. Вот это хорошо. У нее 20-ка. Это не самый высокий показатель. А сколько у меня... Не написано. То есть вот насколько сильно я бью этим ядовитым дротиком. Черт его знает. Цель 100%. Че тут 100% цель? Что значит 100% цель? Не знаю. 5 сопротивилось. А у нее крит 8. Нать, получите, блин. Да ладно, не умерла. Но это хана, похоже. О, а нет, он сопротивлялся.
Что-то он сделал, а что сделал, хер его знает. А, у тебя сколько? У тебя 30. А тут пробил! Это прекрасно, блин! 20 не пробивало, 30 пробило. Ой, а тут не пробило. Ле! Ло, яка. Smallest variable can make all the difference. А, скрытность? Ну тогда сюда. Пусть исчезнет. Чего мне там? 1.75, 3 хода. Чего 1.75? О, ты еще и лечишь, скотина. Так, 4. Так, Техана. 8, 20. Может, пробью? Ах ты ж, сучка. Поклонился, гадю. О, а вот это печально. Тогда вскрытие вены. Чё? А, да. Вот и веточка. Ого! Отлично. Да в смысле? А чё, долго ты там еще держаться-то будешь? Ну так, так, да. Тебя вот тут сейчас... А как? Подожди, долго еще эта хрень будет держаться? Как ее снять-то? Опять, как обычно. Труп сопротивился, а? Отлично, подвинули ублюдка. Так он сейчас хилиться будет. Собака страшная. The fiend's strength dwindles. Нет, ну что за хрень, а? Главное, пш, и стоит, и пофигу, и накидывает, и накидывает, и накидывает, блин. Да сдохните вы уже. Ну ладно, в этот раз мы их хотя бы победили. Через пень-колоду кое-как. Amidst the spoils, an artifact of unparalleled power. Зеленый череп. Раскрывает. Какой-то потенциал. Каких вещиц и летиков? Что это такое, блин? Да хер его знает. The loathing whispers. Чего у тебя за восклицательный... Вот что у него восклицательный знак? Что это означает? Чего вот он мне хочет показать здесь? Не может быть дураку объяснить, блин? Ну без шуток, ну хорошо, вот восклицательный знак, что это такое, что она хочет сказать, что ей надо, блин, что восклицательный знак? Сопротивление смертельному урону. Начало хода. То плюс один. Нет уж, спасибо, не надо.
Приехали, что ли? Ёшкин кот, наконец-то. Опять восклицательный знак. Да иди ты в жопу, а. The familiar hearth crackles inviting thee once again. Чего? Какая еще цель избавит лукавого? О чем ты вообще? И чё предмет трактира? Подожди, он мне что-то плохое, что ли, дал? А зачем? Подожди, что за бред? То есть он еще и дает какие-то плохие вещи? Что за... А зачем мне эта тяжелая рука? Подождите, он мне сейчас что, поменял, что ли, способности? Да на кой хер-то мне это надо было? Блин, вы что, угораете, что ли, а? Получает такой чё, 15, какое-то сердце. Что за сердце, блин, хер его знает. Ни описания, ничего нет, блин, что такое? Плюс 5, минус 10 шансов. Ой, это хорошо. Уклончивость. Плюс 5 шансов. Чего, блин, туда-сюда? Это нивелирует труп. Блин, что за херня, а? Плюс 5 крит. А как вас выхилить-то, я уж не помню. Precious relics remind us of a time before the end. Так, стоп. Каретная мастерская. Reconfigure. Meet each challenge on its own terms. А как? А, такая латальная одежда, черная лавка. Там можно за реликвией или безделицы. Ой, блин. Да, это, конечно. The means of mastery. А почему? Подожди, каждый навык по одному разу, что ли, можно прокачать? Закалить? Серьезно? А... Да. Ну ладно. Ну и лекарство тогда лишним не будет. Provinces and cantrips of our land crumbling and undone. Ну да, свечи. Шанс на остановку. Ну, по-моему, допали. Темно. Пезда. 800 чей. Какая цель? Mud and rain. Resignation and death. This land is truly barren. Это что за хрень? А как продавать-то вещи? Я не понимаю. Я что-то... Every league a lesson. Ничего не продается, главное. Вот что такое предмет трактира? Что это значит? Предмет трактира? Что предмет трактира? Что мне надо сделать? Что нет? Что вот предмет трактира? Ладно, хорошо. Что предмет трактира, блин, я не понимаю, это чушь какая-то. Что предмет, я не понимаю, что значит предмет трактира, что, куда мне его, что надо с ним делать, блин?
И что это было? Что сейчас мы сделали? Куда? Зачем? Что произошло? Хер его знает. Чего, блин, случилось? Зачем мы это сделали? Ничего не понятно. Ну, сделали и сделали. Бред какой-то. Ну куда ты меня перетаскиваешь, а? Возможно, что представлю, что пью изысканный напиток. А, понятно. 75 вероятность улучшения, 25 вероятность ухудшения. Все, понял. Ага. Да ну хватит мне. Пусть еще выпьют. Трактира. Сопротивление. A bit of comfort on the road to damnation. Так, и здоровье, да? Ну все, наверное. Поехали дальше, я хер знает. Имеет ли в этом смысл? Да погоди ты. Формирование отношений. Когда герои проводят трактир, отправляются на отдых, между ними могут сформироваться отношения хорошие и плохие. Мини герои друг от друга, ну сразу можно. Заполнение инвентаря. Если в диджанс нет места, можете выбросить ненужные вещи. А как их продавать-то? Ох ты. Aspiration unites the hopeful. Сам надежда. Сам герой исполняет. О, вот это хорошо. Еще надежда. Батюшки свет. Угу. Ну вот это более полезно. Блин, будильник уже квакнул так-то. Может, стопорнуться на этом? Красиво, красиво. War. Rewards only. Resignation. Караул. Мама дорогая. Так, это что? Минус очко брони. Только вот очко омерзения точно не надо. Да куда ты? По-хорошему, наверное. Так, страждущий. Проход забвения. И ослабляет омерзение. Угу. А куда ведет? Барахольщик, неизвестно. Логово. Не, спасибо, не надо. Ну давайте вот до сюда доедем по центру. Вот проход забвения. И на этом остановимся. До прохода забвения доберемся. Is your coach prepared for the upcoming obstruction? Бам. Здрасте, здрасте. А, то есть когда вот это так срабатывает, это так не срабатывает, понятно.
Ах ты, подлюка. Не получается, знаете. Добьем. Шандарах в упор. Хорошо. Согласен. Без изящества, зато эффективно. И впрямь. Поехали. Поговорим, говорит, а то как-то тихо. А вот и... Оу. Чудесно, упражнение немец дает свои плоды. Пора пролить кровь. Станут. Ну, как-то так. Ну, давайте попробуем. Здесь серьезно. А что это благословение? Чем ближе вы подбираетесь к горе, тем выше вероятность, что враги озарятся благословением. Враги. Она дает врагу дополнительную силу, шает характеристики. Ой-ой-ой, какая прелесть, а? Действительно. А что еще? А что им еще? Она им еще попу вытирает, да, и бронежилет вешает. О. Клевый чувак, а? Мало вешает, мне кажется. А, давай попробуем. А, давайте вот так. Понятно. Иду я нахер широким шагом, да? Ой, как хорошо. А, вот это плохо. К сожалению, вот эта штука не снижает, этот сопротивляемость. Сколько тут? 4,7. А, это не попадаю. 2,5. Давайте на всякий случай сопротивился, зараза. Отгни, да? Бедный Костя, по нему резьбу устроили. Давай. Ну, нормально. Ну, что это такое? Ну, почему она не горит? Ну, хотя бы так. Дальше что-нибудь попробуем, а? А, вот так даже. А, это... а, невидимость. Тогда давайте этого любителя резать Костю. Выхилил, называется. Что выхилил, что в лужу пернул, да? А, ну, заядовитил, кстати. Признайся, говорит, в грехе. А, вот так вот что. Да на, скотина. Хватит резать Костю, а. Десять. Хорошо. Теперь вообще замечательно. Заядовитил. Ах ты! Че он сейчас? Что? Нет. Ошибся. А это что за хрень?
Несет минус 50 урон. А, че? Ай, блин, а. Ну, как обычно, да. Ну, этой сучке хана, судя по всему. Так, давайте-ка. О, спасибо. Ах ты, сука! Не-не-не, я против. Any being, however horrid, can be brought to heal. Вот так. А, ну то есть он все равно исчезает, так или иначе, да? Все равно исчезает. О, хорошо. Добил ублюдка. Не добил ублюдка. Ой. Цец. Есть, отлично. Берем этот труп, чтобы поближе было. Скотинка. Вот. Лови. Ну ладно. Кое-как через пень колоду вроде справились. An inkling of potency still lingers in some of these well-worn relics. Спасибо. Что-то мне не очень нравятся эти бонусы. Так, ладно, давайте здесь стопорнемся. Я сказал, что мы вот чисто до первой точки доедем. Да, то есть вот до сюда. И тут и остановимся. И, как я сказал... Странно. В общем, как сказал, так и сделаем. В общем... На этой запланированной ноте всем огромное спасибо за просмотр. Ссылка на плейлист и группу ВКонтакте в описании под видео. С вас лайки, дизлайки, подписки без отписок, комментарии с меня, контент. Извиняюсь за свое сопение. Всех, кто же до сюда досмотрел, обнимаю. Парни, хлопок, включите вашему кусочку со следующей серии Darkest Dungeon 2. Не знаю пока, все равно. Что-то как-то не могу вот определиться. То ли хуже, то что-то лучше, что-то... Не знаю, вот нет мнения. Надо еще поиграть. А, у меня ужин сгорел. Ну, замечательно. Как-то так.